Больше половины населения в России каждый год умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этой проблеме говорили сегодня в Сочи на съезде сосудистых хирургов и ангиологов со всей страны. Это юбилейная 30-я встреча работников медицины в подобном формате. Она состоялась благодаря поддержке краевой клинической больницы номер 1. Особое внимание в повестке дня уделили вопросам диагностики болезней. Дуплекс, по идее, должен сделать каждый старше 50 лет, чтобы посмотреть, что у него делается в сосудах головного мозга. Это одна проблема. Вторая проблема – это ноги, гангрена ног. Обычно это курильщики, женщины, только курильщики болеют этим, не курильщики не болеют. По традиции ведущие производители медицинского оборудования представили свои новинки. Ознакомиться с ними смогли более 300 врачей, посетивших выставку. Определенная конструкция коронки. Здесь есть вот такие вот крепежные части, которые фиксируются к сосудам почечным. Соответственно, стенграфт при установке никуда не денется. Это он там кофе. Конференция завершится послезавтра. Также в ее ходе затронут проблематику современной флебологии, раздела медицины, посвященного изучению строения и функции вен. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.